Devojčica koju vidite došla nam iz Krasnodara. Njen uzor je Marija Šarapova. O Mariji ćemo čuti na srpskom, a kasnije i na ruskom jeziku. Šta ti se dopada kod Marije? Meni se sviđa Marija Šarapova zato što je onako lepa, veruje u sebe i jako je pametna. Već od 7 godina mogla je da pravi uvrnuti servis. Počela je da trenira u 4,5 godine. Njen trener je video tako sa velikim reketom u rukama. Nešto sam pročitala, pa on je rešio da je trenira. Jako je volio već od detinjstva tenis. Prepoznao je tu ljubav. Da. Šta ti bija još i ona ravice u Mariji Šarapovoj? Njen ravice što ona taka je, kako bi, очень красивая, такая милая, все очень красивая женщина, но когда она выходит на поле, то там она превращается в супермен. Ты любишь не только теннис, но и бадминтон. Да, я люблю и бадминтон, я его тренирую здесь, в Новом Саде, и мне очень нравится то, что на моем тренинге присутствует не только бадминтон. Получается, сначала мы делаем разогрев, свою серию. К примеру, берем и играем в догонялки, а потом только начинаем уже тренировать. Вот совсем такое все делать. Полезное именно для развития мозга, так скажем. Так что тот, кто хочет, может записаться, не пожалеет. Спасибо за разговор и удачи в спорте. Спасибо вам. Хвала ти найлепше.